Современная дачная жизнь предполагает коттедж со всеми удобствами, в котором есть тепло, вода, конечно, канализация. Но так бывает не всегда. Иногда нам по наследству достается старенький дачный домик, в котором таких удобств нету. Что делать в такой ситуации? Можно, конечно, его снести и построить заново. А можно потратить немного усилий и времени и сделать из него конфету. Какой вариант выбрать, каждый решает сам. Герой нашей программы Кирилл Кириллов легких путей не ищет, строительных трудностей не боится и знает, что такое рачительный подход к семейному бюджету. Именно поэтому его приобретение – это старенький дом. А что будет дальше – об этом прямо сейчас. Семье Кирилловых 5 лет. Супруги Елена и Кирилл родом из Тамбова. Там и познакомились 8 лет назад, когда студентка Елена приехала из столицы на каникулы. Кирилл, недолго думая, отправился за своей любимой в Москву. Сыграли свадьбу. Спустя 3 года родилась дочка Василиса. Счастье в этой семье имеет постоянную прописку и подстегивает к новым достижениям. Купили квартиру в подмосковном Раменском, захотели дачу. И вот они, желанные 6 соток. С наступлением весны мы подумали, что очень хочется, чтобы в этом году наша девочка бегала по своей зеленой лужайке, чтобы мы могли в любое удобное для нас время пожарить шашлыки вместе с нашими друзьями. У нас был определенный бюджет. Хотелось, естественно, не стоять в пробках. Поэтому мы посмотрели несколько, наверное, с десяток вариантов и за неделю определились с этим домом. Подошел бюджет, и всего в 5 километрах от нашего дома. Я увидел гараж, и мне сразу захотелось купить этот участок и что-то здесь делать на нем. Потому что, ну, как бы сам дом, он хоть и небольшой, но уютный вполне, и есть задел, куда прикладывать руки. Однако после первых выходных, проведенных на даче, жизнь внесла коррективы в идеальную картину загородной жизни Кирилловых. Кирилл, расскажи, каким образом тебе досталось это счастье? И что это вообще такое? Это наш замечательный дачный дом. Мы его искали, наверное, недели 2 или 3. Главным критерием поиска было это, чтобы близко к Раменскому. Скажи, у тебя раньше были дома? Дачи? Дача, да. Есть дом у бабушки, там полгектара земли. Ну, то есть ты знаком с да, сельской конечно. Жизнью? Да. Мы купили дачу. Думали, что здесь прям будет отлично, но по факту, когда мы первый раз здесь ночевали, оказалось, что стены продуваются просто напрочь. Слышно вообще все, что можно только слышать. Спать можно было только с обогревателем. И... Ну, естественно, если у тебя да. все продувается, то, соответственно, да. тепло никаким образом не держится. Да, это, как выяснилось, не единственная проблема. Проблема еще была в следующем. Фундамент оказался недостаточно крепким. Это ты тоже ночью понял? Я даже не буду спрашивать, как. Из него тоже все продувалось наверх, поэтому было принято. Наверху. Ага. И снизу шел хороший восходящий поток. Он был со всех сторон. Сквозняк, на самом деле, был очень сильный. У тебя не было на утро мысли все это вообще снести бульдозером и построить нормальный новый дом? Пускай даже небольшой, но за вполне понятные деньги. Была такая мысль, но останавливал кредит, который мы еще должны выплатить за этот дом, в каком состоянии есть. Поэтому решили обойтись пока бюджетными средствами и попробовать что-то утеплить самостоятельно. Надеюсь, что-то это будет домом. Ты хочешь поэкспериментировать и поиграть в строителя и попробовать себя, так сказать, в да. роли настоящего мужика, который да. может и дом построить, и не да, только. Да. Более того, я надеюсь, что руки у меня растут из плеч. Я хочу пожелать тебе удачи. Мы, в свою очередь, будем наблюдать за этим процессом и рассказывать, что как происходит. Честно говоря, любой такой эксперимент по реконструкции старых домов – это всегда непредсказуемый результат. Оттого и интересный. Так что ты решил делать все-таки с домом? Утеплять, разрушить, перенести, построить заново? Я подумал, что разрушить и построить заново я всегда сумею, но сначала неплохо бы попробовать его утеплить. Так, и что ты придумал? Я нашел тут образец технониколевского утеплителя. Как ни странно, оказалось, он здесь валялся. Нет, ну подожди, ты нашел и что? Я заинтересовался, залез на их сайт, и оказалось, что у них есть все ролики. Я посмотрел, подумал, что я сделаю все сам. То есть тебя привлекла возможность монтажа своими руками? У тебя получается несколько задач, да, такая многозадачность. Тебе надо сделать и фасад, и цоколь. Вот как ты будешь решать эту проблему? Потому что здесь одни материалы, там другие. Как это все будет стыковаться между собой? Где купить одно, где второе? Есть решение?
Хороший вопрос. Я посмотрел много технологий, они все совершенно разные. Мне хотелось бы объединить, чтобы ну, фасад и цоколь не сильно отличались друг от друга по отделке. Да. Как ты собираешься решать вопрос приобретения и доставки? Потому что материалы разные. Я посмотрел в интернете, в принципе, можно заказать в одном месте, на сайте Технониколя. Все, кроме деревяшек и там небольших крепежей. Ну, саморезы, металл немного докупить в магазине и все. По какому принципу ты выбирал утеплитель и фасадные материалы? Утеплитель я выбирал по одному простому принципу, чтобы это было просто в монтаже, тепло и экологично. Пенопласт? Не совсем. А что это? Это каменная вата. На основной фасад у тебя идет каменная вата. А что будет на цоколе? На цоколе особо нет вариантов, и проще всего применить там экстразионный пенополистирол. Почему? Почему именно его? Почему не вату? Опять ту же. Для ваты надо городить под систему, а пенополистирол можно клеить прям целыми плитами. Я посмотрел много роликов и уверен, что справлюсь. А какая технология будет на фасаде, а какая на цоколе? Это же не одно и то же. По сути, различается только утеплитель и немного различается подсистема, на которой будет крепиться финишная отделка. А тебя не смущают вот эти трещины по цоколю? Несколько смущают. Несколько? Вообще-то это фундамент, это, так сказать, основа дома. Ну, я думал, что дом легкий выдержит, но думаю, что надо что-то с этим делать. Я уверен, что здесь тебе потребуется помощь специалиста. Оптимистичный настрой Кирилла, конечно, мощный двигатель процесса, но некоторые решения строителю-самоучке могут обойтись довольно дорого. Причем не только в плане финансов, но и трудозатрат для работы над ошибками. Именно поэтому, перед тем, как начать работы по реконструкции дома, самое благоразумное – прислушаться к советам эксперта. Константин, ты уже посмотрел на этот дом. Нужны твои рекомендации, потому что первая задача, которую мы сейчас определили, это утепление, потому что дом продувается всеми ветрами, и в нем холодно не то что зимой, в нем холодно даже сейчас. Согласен, утепление сделать обязательно, это будет сделано, но в первую очередь я бы обратил внимание на фундамент. Дело в том, что осмотрев дом, я увидел, что фундамент имеет хорошие такие значительные трещины, которые нужно бы закрепить, и чтобы разрушение фундамента и расхождение трещин прекратилось. Есть какая-то технология? Да. Нужно сделать армировку, специальная металлическая подсистема, которая закрепит эту стену. Человек без специальных навыков сможет сделать это самостоятельно? Да, сможет. Дадим ему рекомендации, объясним, как это сделать, и он это сделает. Тогда планы меняются, мы начинаем с укрепления фундамента. Компания «Технониколь» производит строительный материал не только для профессиональных строителей, но и для тех, кто решил строить своими руками. Я думаю, это вам понадобится. Ну вот, другое дело. Спасибо. Выбор, покупка и доставка материалов позади. Пора приниматься за дело. Работа предстоит масштабная. Новая жизнь старого дома начинается с восстановления геометрии и укрепления фундамента. Полосы из листового металла на фундамент дома устанавливаются с шагом 50 сантиметров. Конструкция будет служить надежной защитой от разрушения фундамента. Укрепление фундамента завершено. Теперь хозяин может быть спокоен за надежность конструкции дома. Пришло время следующего этапа – утепление цоколя. Это важный момент реконструкции, так как потери тепла через цокольную часть фундамента могут составлять 15-20%. Кирилл не профессиональный строитель, поэтому некоторые сложности предвидеть не смог. Он не учел, что стены дома кривые, поэтому прежде чем приступать к утеплению фундамента, хозяину дома пришлось восстанавливать геометрию фасада при помощи деревянной обрешетки для укладки утеплителя. И здесь есть важные нюансы. Брус, который будет служить каркасом, следует обработать антисептиком. Он обеспечивает полувековую защиту от домового грибка, гнили, плесени и насекомых. Под обрешетку нужно установить пароизоляционную пленку.
Она защищает утеплитель от водяного пара, образующегося внутри помещения. Пароизоляция значительно снижает возможность конденсации влаги, из-за которой повышается риск появления грибков, бактерий и плесени. Внеочередной этап завершен. Настало время утепления фундамента. Для того, чтобы избавиться от плесени в подвале и защитить свой дом от сквозняков, Кирилл выбрал экструзионный пенополистирол, сокращенно XPS. Он не боится воды, поэтому идеален для цоколя. Плиты сами по себе достаточно жесткие, они создают ровную и сплошную поверхность. Этот теплоизоляционный материал долговечен и устойчив к воздействию окружающей среды. К тому же, прост в применении. Такое решение является идеальным, поскольку исключает применение деревянных конструкций в цоколе. С этой работой справится не только профессиональный строитель, но и новичок. Но есть важные моменты. В качестве крепежа используется клей-пена. Ее наносим на внутреннюю поверхность плиты полосой 20 мм по периметру с отступом от края плиты 30 мм и одной полосой по центру. Прижимаем к фасаду. Далее фиксируем плиту при помощи фасадных дюбелей. Они монтируются конвертом, 4 по углам и 1 по центру. Всего 5 штук на плиту. Толщину утеплителя на цоколь выбирает по технологическому расчету. Кирилл взял с небольшим запасом – 100 мм. Монтаж хозяин дома начал от выровненной линии цоколя. Так проще и удобнее. Последний нижний ряд плит подрезал по уровню земли. В принципе, ничего сложного. Цоколь у нас утеплен, и теперь он готов для того, чтобы его облицевать. Весь дом будет облицовываться вот такой вот фасадной плиткой. Верх будет чуть посветлее, а как раз вот здесь будет чуть потемнее. У фасадной плитки много положительных свойств. Во-первых, она легкая, во-вторых, долговечная, а в-третьих, легко монтируется. Смотрите. Фасадная плитка Halberg создана на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул из натурального базальта. Этот отделочный материал отличается исключительной долговечностью, так как его главные свойства – повышенная герметичность, устойчивость к коррозии и колебаниям температур. Имеет значение и привлекательность этой фасадной плитки. Классическая кирпичная кладка с ее четким графичным рисунком является образцом долговечного и практичного способа оформления фасада. Для крепежа самой плитки Кирилл будет использовать пластиковый винт R16. Это специальный винт для крепления плитки к XPS, который также применяется при устройстве фундамента типа УШП. Винты имеют шляпку диаметром 25 мм, поэтому будут хорошо прижимать плитку к основанию. Благодаря широкому шагу резьбы винты хорошо держатся на основании. Другим крепежом обеспечить надежную фиксацию не удастся. В большинстве случаев участок имеет перепад высот, поэтому разметку для стартовой полосы герой нашей программы начнет от самой низкой части цоколя. Стартовая полоса изготавливается из рядовой плитки. Кирилл отрезает лепестки, крепит на 8 винтов. Монтирует следующий ряд таким образом, чтобы лепестки перекрывали клеевые полосы и крепеж на стартовой полосе. Одну плитку крепит на 5 винтов. Последующие ряды монтируют со смещением относительно нижнего ряда на половину лепестка. Важно! На одну плитку приходится 10 винтов. То есть один винт держит два ряда сразу. Это надежно. И финальный аккорд монтажа – установка металлических уголков с посыпкой в цвет плитки. Для удобства хозяин дома заранее подготовил отверстия в уголке под крепеж. Их крепят на специальные винтовые нейлоновые дюбеля сверху и снизу. Кстати, если высота цоколя больше, чем 45 см, то добавляет еще один крепеж по центру. Если внешняя облицовка стен крепится при температуре ниже плюс 5 градусов,
лепестки фасадной плитки могут недостаточно склеиться между собой. В этом случае производитель рекомендует использовать мастику-фиксер в картриджах по 310 мл. Она применяется для лепестков, которые не успели склеиться. При температурах ниже 5 градусов тепла фасадную плитку необходимо подавать из теплого помещения, в котором материал был выдержан не менее суток. А вот так эта плитка выглядит в общей массе, когда она уже смонтирована. Посмотрите, как аккуратно и симпатично получается. Напоминает кирпичную кладку. Помимо того, что все материалы у нас легкие, они еще и прочные и вандалоустойчивые. Если ребенок на велосипеде влетит сюда, ничего страшного не произойдет. Система выдержит. Первый этап реконструкции дома завершен. Теперь цоколь выглядит совершенно иначе. Кроме внешнего вида, главная задача этих перемен – сделать загородную жизнь хозяев этого дома комфортной и приятной. Но пока это только промежуточный результат. Как говорится, продолжение следует.